Добрый вечер. Начала просматривать уроки. Благодарю за такой сюрприз. Это было вообще прекрасно. Открыть курс тем, кто оплатил. Я, честно сказать, нахожусь под впечатлением. С первых уроков я увидела свои косяки. Например, по личном брендинге. То есть, ну, формирование там экспертности, ниши, да, на вот этом всем пересечении там целевой аудитории продукта, личности, конечно же. Я увидела допущенную ошибку, что я не делала синтез архетипов. Я теперь понимаю, что такое синтез. Синтез, исходя вот просто из примера. Если не вин, с проявителем совмещение возможно, но вы смотрите качество, чтобы не было противовес. А я как будто в описании говорила, ну, вот, да, людям, что это про доброту, открытость, простоту, и тут же противостояла правителя, который про бизнес, про власть, но ни разу не про простоту. То есть, и понимаю, что как раз-таки на курсе я смогу круто выстраивать tone of voice. Ну, то есть, пока что я смотрю первый урок, просмотрела инсайты, поймала. Я смотрю второй урок, я ловлю инсайты. Это просто, ну, колоссальная польза. И, наверное, всем действующим архетипистам было бы пройти данный курс с точки зрения более глубокого понимания. Потому что, когда уже есть сформированная база, да, ты понимаешь, о чем идет речь. Вот тут вот эти вот точки, они видны, где как конкретно не работает. Вот, еще раз хочу поблагодарить за такой подход. Я еще не на основном курсе, но я уже поймала очень много пользы, и я уже увидела, как я могу улучшить свою методику, что я еще смогу добавлять в брендбуке, как я могу сделать еще услугу с вау-эффектом, от которой люди действительно будут понимать очень глубоко себя, свой продукт, когда у них будет единый пазлик, когда каждый эксперт будет продавать свои продукты, вести социальные сети, проявляться. Вот искренне, исходя из своих ценностей, не общепринятых понятий, маркетинга. Ой, ну а блог, где там вот через боли продают, либо успешный успех, который есть, и пример шапок профиля, он мне вообще запал в душу, потому что я как маркетолог была против агрессивных триггеров, дожимов. Ну, понятно, да, что опекун, наверное, с невинным такое не выносит. Вот, и вот здесь вот примеры экологичных примеров, как это писать. Я очень жду, очень-очень жду старт курса, я вся в предвкушении, ну, потому что я увидела эксперта, где-то коллегу своего будущего учителя с очень сильным уровнем экспертизы, у которого действительно есть чему учиться, за которым хочется вдохновляться и идти дальше. Вот, это я написала о микропродукте, который вот открыли доступ, поэтому убеждена, что, конечно, мне нужен тот продукт, и вопросов, что я там не доучусь, еще что-то не сделаю, не может быть, потому что я еще полную стоимость не оплатила, но уже инсайты, которые я получила, и осознание своих сбоев, они того стоили. Ну, то есть, та сумма, уплаченная за вот этот продукт, она того уже стоит. То есть, здесь даже совесть не позволит сказать, ну, так, все, дальше я не иду. Потому что я точно знаю, что я уже за ту стоимость, которую нужно оплатить за курс, я получила материал. Все, спасибо большое.